Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. И не так давно был обзор на какую-то страшилку про шизанутую бабулю. Вот, мне сразу рекомендованы, посоветовали вот эту игрушку. Чувак, ты играешь в стрёмные игры. На тебе еще, наверное, такой. Но я, по-моему, если я еще не ошибаюсь, то она не новая. Вот, здесь просто она мне попалась в рекомендованные. И типа, на, играй. То есть, вначале реклама прошла. Все как по стандартному, возможно. Еще сейчас. Сейчас будет реклама, нет. А, нет, я вас схавал рекламочку. Так, и меня кто-то бьет уже. Ой, блин, нифига себе. Фу, что такое за тварь? Главное, ничего не обучение. Не, ну, в принципе, ты же не долбанутый, типа того. Почему написано оружие, короче? Ну, в принципе, оружие, ладно. Нарисован пистолет, а я не стреляю. Гранат есть. О! О! Что за фигня? Боже. Так, тихо. Так, это что такое? Поменять оружие. Что такое? Граната. Ладно. Что-то это, мне кажется, даже не страшит, типа. Типа, если нарисовали зомби и такую темную атмосферу, это уже считается за страшилку. О, ты такой ползет. Бля, это такой вообще крандец. Это что такое? Я понимаю, что может он без рук, без ног, но чем он? Че? Ползет, что ли? Зубами, что ли? Ребят, ну это, вот этим меня хотели напугать. Боже. Хиво ущербно. Мне кажется, шизанутый бабуль меня больше напугал, кстати. Я скажу. Чем вот этот вот бред несущий. Свет несущий, да? Ладно, давайте мы пойдем. И не понимает, что здесь случилось. Здесь просто бежишь по коридору, без окон, без дверей. Здесь офисы всякие. Может, здесь что надо? О, здесь аптечка есть. Все, аптечку берем. Ой, слава богу, нам рука, ну, понадобилась, короче. Ну, а здесь понятно, здесь ничего не сделаешь. Так, нужно найти что-то. Смысл игры пока не понимаю. То есть здесь хотя бы засловатый сюжет, что ли, сделать. О, еще одна аптечка. Прямо около почты. Сначала. Тут что, выход написано? Все. Лестница. Это что, ремонтные... Вот, может, дверь высушился. Лифтов. А, тут еще прыгать можно. Изи. Сейчас мы прыгнем. А, муку кладбище. О! Бля, ну я понимаю. Ё-моё! Типа, чувак. Какого? Ладно. Мы, типа, должны были его победить, наверное, да? Опять сейчас. К стандартному раскладу. Ладно. Типа тот-то зомбик был слишком жесткий. И мы его победили, все. Прям, чувак, я прошел уровень. Твой самый жесткий уровень. У меня есть гранаты. Блядь, что эти, блядь, твари делают? Так, надо за аптечки, короче, а то я не побежду. Где я вообще бегу? Я знаю теперь, где аптечка. А, вон аптечка, кстати. О! Я догадался, что ты здесь будешь. Минус 81. О, можно вниз стать тогда прийти. Может, что-то здесь будет. Здесь будет страшно. Не ходи сюда. Вот скримеры, они намного... Намного жестче пугают, чем вот это вот какие-то зомбики, блин. Как будто я реально 90, игру 90-х играю, блин. Как будто мне должны зомби или какие-то такие стрёмные монстры пугать. Мне кажется, это такой бред. Но раз на каждом шагу нету рекламы, на каждом шагу её... Так-то она была вообще. На каждом шагу вроде нет рекламы. Значит, разработчики что-то старались придать этому ужастику какого-то смысла, наверное, или какой-то смысл. Мне кажется, просто захреначить надо этого чувака, который нас на кладбище сейчас вот
Шлепа, у нас есть гранат в руке. Мы ее кинем, даже, наверное, две. Какашки. О! Какашки. Автомат Томпсона, братан. Я нашел... Оу, склад с боеприпасами. Не знаю, что это такое, ну ладно. Блин, это оказывается неплохо. Так я поднабрался. Может, там тоже было? Я бегал мимо этих ящиков. Ё-моё, как оказывается здесь еще что-то есть. Эй, чуваки, давай возьмем. Да, тут оказывается еще... Ну, тут я понял только автомат Томпсона. Патроны только для него лежат. Ну все, у нас есть оружие. У нас есть потенциал убить. Теперь надо в какую-то сторону понять, куда я ходил. Я заблудился. Не, вот сюда, по-моему. Так, ну все, ребят. Кажется, тут... сложнее стрелять, наверное, даже. Потому что здесь... здесь тупик, по-моему, был, да? Ну, давай просто посмотрим. Главное, в подвал зомби не живут. О, блин, опять, наверное, вторая... Блин, давайте... А, ну, может, здесь вот что-то есть. Или опять коридоры. А, ну, здесь, наверное... Вот опять патроны. Но этот патрон я что-то не понял. Пистолетом. О, вот, наверное, пистолет должен быть. А, лук еще даже, смотрите. А тут, оказывается, целые припасы нашел. А, это кирка. Так, тихо. Да, здорово. Подожди, чувак. Ты... А, ты не можешь пройти, да? Ну, классно вообще. Я тебя могу просто так убить. Блин, вообще. Все? Это самый главный босс? Он не мог пройти в двери просто. Классно вообще. Это что за херня? Ну и уку аптечки. Ты нанес мне больше урона, чем твой охрененный... Ой, блядь. Не, ну сейчас вот скрим. Как скример был вообще практически. А, у нас уже устанавливает здоровье. Само за себя. Так, а до этого убьем. Так, чувак, нам надо, короче, тебя убить. Там, по-моему, здесь ты. Когда я подошел, ты здесь появился. Вы, наверное, где-то ждете? Я такой, типа... Оу. Нет? Он появился ниоткуда. Он чё? Давай, давай, давай. Да вообще капец, что за бред? Ладно, ребят. На этом все. Классный ужастик закончился. До новых встреч. Пока.